Сколько 250 может подкрасться. Сергей прибрал режим работы двигателей. Для того, чтобы мы услышали вновь ваши аплодисменты. Вот сейчас разворачивается. Видит вас. Хвостом в штопоре, вращением. Крутит фирменный блинчик, как говорят за рубежом. Вываливается из этого низкого облака, которое так не кстати появилось перед нами. Вот он, красавец, который не заметил второй. Внимание! Вот такая вот кадушка на больших углах атаки. Выпустим в этом мире. Можно далековато, да? Только не все прекрасно видели. Поэтому попросим его теперь поближе подойти. Вот левым доворотом со снижением. И разгонщиком 150 появляется из-за вышки, из-за КДП.